Элитек представляет электрический перфоратор Элитек P0826REM номинальной потребляемой мощностью 800 Вт с патроном SDS+. Инструмент поставляется в удобном и вместительном пластиковом кейсе с металлическими замками. В комплекте сам перфоратор, эргономичная передняя рукоятка с ограничителем глубины сверления бурения, сверлильный патрон с ключом и адаптером SDS+, набор оснастки из трех буров, плоского долота и пики, а также руководство по эксплуатации и инструкция по безопасности. Перфоратор с частотой вращения шпинделя, регулируемый в диапазоне от 0 до 1200 оборотов в минуту изменением усилия нажатия на кнопку пуска, развивает энергию единичного удара 2,8 джоуля. Дополнительно предусмотрены вращательный режим с отключенным осевым ударом для сверления древесины, пластиков, металлов и так далее, и режим легкого отбойного молотка с заблокированным вращением для выполнения легких отбойных операций. Однако следует помнить, что эти режимы играют вспомогательную роль, и по ряду причин трехрежимный перфоратор не может стать полноценной альтернативой ни электрической дрели, ни отбойному молотку. Мощности перфоратора достаточно для эффективного бурения бетона полнотелыми бурами диаметром до 26 мм и полыми коронками диаметром до 65 мм. Переведя инструмент в безударный, то есть вращательный режим, можно сверлить древесину и металлы сверлами диаметром соответственно до 30 мм и до 13 мм. Щеточный реверс повышает надежность и ресурс щеточно-коллекторного узла, одновременно обеспечивая максимальный крутящий момент при вращении электродвигателя в прямом и обратном направлении. Фиксатор кнопки пуска в нажатом положении, а также эргономичные основная и дополнительные рукоятки с нескользящим резиновым покрытием служат для комфортной работы в продолжительном режиме при любых условиях. Масса инструмента чуть более 3 кг. Благодаря хорошо продуманной конструкции ударного механизма и тщательно просчитанной эргономике, электрические перфораторы Элитек сокрушают любые преграды на своем пути.